неоднократно администрация Обама высказалась так, что нету никакой связи между нашей дипломатией в отношении Сирии и нашей дипломатией в отношении Украины. И я верю в это. И мы считаем, что Украина должна иметь суверенитет, должна иметь территориальную целостность и на Донбассе, и в Крыму, и чтобы Россия должна вернуть и Крым, и оккупированный район Донбасса, Украину, без условий. И в этом нельзя сомневаться. Можно, скажем, считать, что наш американский подход недостаточно сильным, и это так, как раз мое мнение, но в общем это что мы хотим. И в общем, вот в области санкций, я считаю, что роль президента Обамы очень хорошая.